Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть Снэп от Марвел. Вы заметили, что в растениях против... растения против зомби-герои? Ребят, немножко сместился у меня экран. Блин, я не знаю, почему так получилось. Поэтому вот записалось, как записалось. Уж заранее извините меня, что так вышло. Не знаю, какой-то косяк, короче. Так, ну что? У нас Снэп. Ну давай, давай, давай. Ну что за трехчасовые прогрузки? Так, будьте добры, дайте мне, пожалуйста, мои 50. Угу, спасибо. Ну что, поехали. Так, я не помню, какая колода у меня сейчас здесь, друзья. И зря, наверное, там немножко хотел доработать свою колоду. Доработал только в худшую сторону. Ну, надеюсь, это никак не скажется на сегодняшней игре. Против нас Ринго. Блин, Дум-то нафиг. Вот, ребята, вот Дума, вот зачем я вот воткнул Дума, скажите мне, на вот на милость. Вот зачем он мне здесь нужен? Ай, Дума. Так, что-то мне не нравится начало. Рука просто ни о чем, ребят. Кто имеет больше карт здесь, да? Сотка к силе. Забу. Поехали. Так, что у нас сейчас? Кто у нас сейчас? Это что такое, ребят? Десять, да? Уничтожать его, чертовой бабушки. Этого центри. Вот это вот, я не знаю, что за хитрый план у него. А, вот так вот. Понятно. Так. Я боюсь этого уничтожить. Может, Думу поставить, а? Давай Думай поставим. Фиг с ним. Тут 5 и тут 5, да? Вот этот камень мне мешает, если честно. Так, демон. И, друзья, последний ход у нас. Последний ход. Последний ход. Вопрос в том, что поставит ли Хэлла сюда кого-нибудь или нет. А, была не была, ребят. На свой страх и риск иду. И мы выиграли этот страх. Наверное. Твою... Девиз. Ты прикинь, эта стерва поставила сюда, блин, и у него все забито. То есть мы даже не смогли с тобой перетянуть никого. Вот это да, вот это называется, ребят, фартануло. Хмыренышу. Ай, подожди. Подожди, подожди. Не спеши, браток. Убираем нафиг чертовой бабушки Дума отсюда. Он здесь вообще, ребята, не в тему. Вот я думаю, может быть, не было поставить. Тоже не вариант. Тоже не вариант. Слушай, а что если вот, например, вот это вот? Эрнхард. Или даже не Эрнхард, а... Три штуки плюс две к силе. Хотя пускай будет. Я попробую, знаешь, потом кого поставить? Этого.
Кто у нас там? Капитан Америка. Ну, Капитан Америка, он, по-моему, на одной площадке. Кто у нас там? А, Железный Человек. Вот, вот. Железный Человек, ребят. Тони Спарк. Только что про него говорили. Тони Старк, Тони Спарк. Нужно пить больше воды. Ну, пей больше воды. Кто тебе не дает-то? Хламон ты несчастный. Хоть запейся. Вот, больше воды пей. Что это такое? А что это за карта? Если здесь будет разыграна любая карта, то та и эта карта уничтожаются. То и та, и эта карта уничтожаются. Поехали. Первый игрок, занявший это, получает базовую стоимостью 6, ее, понятно, за 0. А у меня, как всегда, ребята, с картами везуха просто идет. Просто везуха, блин. Если мы сейчас... Фантастика тут лезет. Вот кого-то он рубанет сейчас. Вот, вот скажи мне на милость, кого он сейчас рубанет? Я не знаю. Чаровницу. Смертушку. Ну, хоть смертушку, ребята, уничтожил. А Хэлла будет сегодня или нет? Будет, ребятушки, сегодня Хэлла здесь или нет? Скажи-ка мне на милость. Смотри-ка, у него Ренхард. Последний ход уже, блин. Ребят, сейчас будет... Сейчас будет подстава очередная, чувствую я. Гигант у него, блин. А, ну хотя бы так. Есть, ребята, выиграли. Смертушка зарешала. Смертушка зарешала, а у него там гигант. Ему гигант, ребята, там все испортил. Точнее, не гигант, а этот хоп-гоблин мой. Все ему там испоганил. Так, ну что, мы разыграли, забираем с тобой награды. Так, возьмите карты, разыграйте карты, выиграйте матч со Снэп. Разыграйте карты с стоимостью 4 и разыграйте просто карты. То есть, вот эти все задания, в принципе, ребята, нам под силу сделать. Может быть, все-таки моджи вернуть, а? Вот как думаешь? Было бы неплохо, наверное, да? Было бы, наверное, неплохо, но... Даже не знаю, что и сказать-то. Но вот но. Мне опять надо ждать Леди Сив. Потому что Сворд Мастер, он рубанет Хэллу. Но это как пить дать. А Сив рубанет тоже Хэллу. А, вот теперь... Теперь не... Теперь нельзя. В этой карте, в этой колоде, ребята, вот, которая у меня сейчас стоит в данный момент. Что там? После третьего ухода на сторону проигравшей добавляется глыба. О! О, сейчас мы, ребята, его выпнем. Сюда куда-нибудь. Или сюда. В плане некому переместиться. Ты что несешь-то? Че, вот этого юмора я не понял. Почему некому переместиться? А этот че он? Не знаю, ребят. Паучка сюда перекинул мне. Ой, этого Джиггернаута. Ну, ладно.
Минус 2 к силе получает. Давай его туда. Чтобы у него было минус 10 к силе. Так, нам надо было снэпнуть, по-моему, да, говорили? Так. Так. И вот так. Последний ход. Уже, блин. Так, а я кого-то рубанул же? А, смерть я рубил, да? Я, ребята, рубил смерть. Давай посмотрим. Но эту локацию он однозначно, наверное, проигрывает, мне кажется. Куда ты хило поставишь? Молодец, красавица ты моя ненаглядная. Умничка. Вот что я могу тебе сказать. Хоть где-то, ребята, она нормально. Если бы сюда поставила бы, мы бы проиграли. Потому что у нас было бы здесь 12. И тут бы у нас... А, тут бы ничья. То есть в любом случае я выиграл. Что-то у меня этот Арон Харт не может до сих пор, ребят, ничего сыграть. То есть я ее не могу разыграть. Я ее не могу разыграть. Так, ладно, двигаемся дальше. Еще пару поединков, и потом вернемся на мою, ребята, старую колоду. Кстати, которая последний раз, когда я вчера играл, уже поздно ночью, решил поиграть просто-напросто. Пивка решил купить. Ну и за стаканчиком, за другим поиграл. И я тебе скажу, что меня там разруливали. Разбомбили, короче, меня там в хлам. Смотри-ка, снэпчик он поставил. Он почему поставил... почему поставил снэп? Неужели он так уверен в себе? Я пока, ребят, ничего делать не буду, я посмотрю. Может быть, он действительно там... супер-пупер хорош. Акой, да? Так, после четвертого хода 7. Слушай, пацан, ты только не руби мне Хэллу, пожалуйста. Вот не руби мне Хэллу, блин. Свордмастер. Руби, я не знаю, там, что хочешь руби. Кстати, знаешь, что я подумал? Почему мы с тобой свордмастера всего лишь одного держим в колоде? У нас их 3 штуки. Вот вместо Арон Харт как раз-то и можно поставить. Арон Харт у нас улетела. В симбион после четвертого хода, да? То есть сейчас они превратятся в симбион, да? Так, он у себя выкинул Полярис. А что если я сделаю вот так? И вот так. Ах ты ушлепок несчастный, а? Последний ход, блин. Ой, друзья. Я не знаю, что сейчас будет. Надо было вот сюда ставить карту. Ты посмотри, а. Проиграли мы, ребят. Не выкрутится. И вот знать бы, да, что вот этого, ребята, я бы мог бы его скосить бы, вот этого чудика. И все, кстати, вот насчет свордмастера. Все, ребят, сейчас ставим в нашу колоду аж 3 штуки этих свордмастеров и посмотрим, как у нас пойдет дело.
Так, сейчас мы только определимся. Да... Убери. Так, убираем, значит, с тобой Арон Харт. А кого еще убрать? Где они у нас? Мастер меча. Кстати, вот, ребята, вчера карту выбил. Ну, не выбил, а получил. Ваша карта силы 1 или меньше стоит на 1 меньше. Как интересно, карта силы 1 или меньше стоит на 1 меньше, если там 0 уже, ребят. Ну, как, блин, ты ее сделаешь меньше, блин? Меньше 0 ничего нету. Минус 1 только есть. Так, хранилище коллекционера. 100 жетонов. Где у меня мастер меча, я не могу понять. Чего? Это что у нас получается? Просто оболочки, что ли? Я думал, что у меня мастеров мечей несколько. Держи карман шире, называется рычаг. Держи шире карман. Несколько у тебя. Ай, Труфальдина из Бельгана. Ё-моё, ребята. Ядрёна ты, Вош, а? Посмотрим, может быть, Железный Человек, ребят, сыграет свою роль здесь. Мне кажется, он лучше, чем Железное Сердце, да? Ладно, посмотрим, как пойдет дело у нас. И пойдет ли оно вообще. Опять же, ребята, еще раз повторяю, с этой колодой очень проблематично играть из-за того, что... Она очень долго разогревается. Если бы у меня бы сразу бы выпадал бы этот блейд, тогда да, базара нет. Вот сейчас только с третьего хода я что-то начну делать, ребят. Первый игрок, который заполнит локацию, получит копию своей стартовой руки. Нафиг нам нужно. У него груд. Ход гоблин улетел. Ход гоблин улетел. Если у вас здесь только одна карта. Блин, так я ему на руку сыграю. Хотя... Ладно, ход гоблина, ребят, запускаем. Полетел, полетел, полетел к нему. Прекрасно. А вот, ребятушки, и Блейд. Только он, блин, честно говоря, не вперся ни в одно место мне. Сделаем так. А кого он там, ребята? Это моя, кстати, колода. Моя старая, добрая колода. Сейчас он будет сюда либо думов выставлять, либо... Либо что? Либо белый тигрицу, да? Так, два раза прощелкивает. Так, ну что, здесь у нас вот такой есть парень. И есть... Вот такой парень. Ну, понимаешь, да? Грут крышка.
И чё? Фига! Ребят, нормальный прикол? Ну это читерство. Друзья, это какое-то, блин, читерство на самом деле. Он уничтожил карты, их расплодил. Это же Маддок, насколько я помню. С ним понятно, ребят. Еще и ко мне их отправил, прикинь. Он расплодил их. Если бы у меня был бы Маддок, я бы вообще, наверное, тут бы непобедимым был бы. Представляешь? А если у тебя их двое в колоде? Две карты, ну. Как этот, Тор. Помню, играл я с чуваком. Так, мы с тобой хоть раз выиграли? По-моему, один раз выиграли. Всего лишь один раз, ребят, выиграли. Какая же дорогая у меня колода эта. Что-то, блядь, белку. Ну, белки-то тут нафига нужны, блин. О! Сейчас сюда еще глыбу мне воткнет, гаденыш, наверное, да? Вот, ребятушки, Тор приперся, блин. Еще и глыбу мне сейчас подкинет. Так, так, так. Снижает в силу всех вражеских на один. Ну, может быть, это мне как-то поможет. Добавляет случайную карту с базы 1 или 2 в вашу руку. Вот что она рубанет? Сейчас посмотрим. Так. Мюллер Цуми, он говорит, да? Ну-ка, давай смотреть. А потом, что нам поставить? Этого? Так, мой будет первый ход? Нет, его будет первый ход, да? Первая карта открывается у него, потом у меня. Ну давай миллионер свой ставь. Нет, он у него хеллбастера ставит. Эх, друзья мои, последний ход. Смотрим. Есть. Есть, друзья мои. Кнул не помог ему. Хотя на самом деле я не понимаю, почему здесь кнул. У него вроде бы он не уничтожал карты. Кнул растет за счет того, что ты уничтожаешь свои карты. То есть это хорошо там с этими. Я не знаю там с кем. Мне бы это хорошо пошло бы карты. Но никак не ему. Секешь, о чем я? Так, 250 кредитов получаем, 25 золота, 300 очков. Так, ребят, мы можем прокачать карту. Я все пытаюсь блейды прокачать, но у меня никак не получается. Потому что на него не хватает, блин. Видишь, не хватает для него этих. А так бы плюс 10. Ах, как влупили бы. Ладно, раз блейда не получается, что у нас там еще есть? Давай посмотрим, что у нас еще есть. Мастер Фантастик. Мистер Фантастик. Может быть, Леди Сив? Давай.
Нам для этой колоды нам нужны вот такие вот уничтожители. По-другому не называть. 50 кредитов. На кого? Да, блин, Джаггернаута. Да ну, ребят, ну вот же у меня мастера мечей. Ну. Три штуки. Почему я не могу в колоду-то их воткнуть? Да уйди ты в конце-то концов. Так, ищем за три, да? Ищем за три. Только один. Я не знаю, ребят, только один, все. Может, этого взять? Или Халка. Вот Халка можно, в принципе, добавить, ребят. Его уничтожить. 6.12 все-таки стоит. Нет, он стоит 6 маны, но 12 очков в плюсе. 12 силы у него идет. Я бы, конечно, хотел бы получить гиганта. Но гиганта у меня нету. Зато у меня... Ай, сейчас карту добавит. Ладно, пойдет. Магнита уничтожим. А потом Свордмастер выйдет. Хоп-хоп, рубанет. Лишь бы там не было этой Хеллы. Ртуть. Так, ртуть. Пока все идет хорошо, ребята. Для Свордмастера это идеально, ребят. Вот здесь вот. Только не вздумай дать мне Хеллу. Не вздумай дать мне Хеллу. Слушай, Леди Сив. Давай-ка. А Леди Сив рубанет либо Геликарьер, либо Инфинус. Инфинута. Инфинут. Ты серьезно? Не, ребят, я пропущу ход. Мне нужна Хелла. Хелла мне сейчас нужна будет, как я не знаю. Началось. И чё? Давай сделаем так. И вот так. Он первый открывает карты, да? Да, два дума. Шига-дрыга, ребят. Прекрасное далеко. Выиграли мы. Просто идеалочка получилась. Просто идеалочка. Хелла меня тут порадовала. Так, ну что, ребят, пойдемте на нашу старую добрую колоду. Так, сейчас прокачаем кого-нибудь. Морбиус, это, кстати, новый Морбиус, ребят, мне выпал. Точнее, я бы сказал, даже не новый, а просто новое обличие, так скажем. Так, и еще одну карту можно улучшить. Это у нас... Кто? Джаггернаут, ну конечно же, ну... Как же без него? Кто такой вообще Джаггернаут? Почему у него, ребята, вот такой шлем? А кто не знает, кто не читал про него вообще комиксы, блин? А?
Почему он такой шлем носит, блин? Ну что, колода номер 9. Друзья мои, старая добрая колода номер 9. Смотрим. Так. Чаровница. Вот я вот насчет чаровницы, ребят, немножко сомневаюсь. И по поводу морды. Нужно ли мне это все дело? Может быть, морду убрать и чаровницу убрать? А если убрать? Например, кого я убрал-то, блин? Подожди, броню-то верни мне. Броня мне нужна. Без вот это вот удалить. И... удалить. Допустим, ребят, допустим. Вместо них кого можно будет влепить? Космо. Даже не знаю, ребят. Ход гоблина воткнуть. Даже не знаю, ребят. Хотелось бы тот, кто какие-то призы делает или еще что-нибудь в этом роде. Айронмен, например, да? Если он попадает под... Он же при раскрытии? А, нет, у него постоянный эффект. А это только при раскрытии срабатывается. Может быть, Джубили? Сверха колоды на эту локацию. Сверха. Вот ей-богу не знаю. Можно было бы, в принципе, и Спайдервумен добавить под Вонга, да? У него же при раскрытии. Давай сделаем так, например, и... Лич — хорошая карта. Удаляйте все способности карт в руке вашего противника. Круто же. Но 5-3 стоит. Ну что, без чаровницы никуда, получается, да? Ладно, давай попробуем. Я сейчас, вот, хочется и то, и все, и так, и сяк, и не получается нифига, понимаешь? Против тебя всегда находится какой-нибудь охламон, блин, с какой-то нестандартной колодой, и ты сидишь, просто офигеваешь, думаешь, а как там, как... Я что, колоду... Балбес. Взял блейды, мне уничтожил. Говнюк несчастный, а. Просто взял мне блейда, уничтожил. Фашист, а. Сейчас мастера будем ставить. Мастера меча, блин. Посмотрим, что он там. Кого он там лупанет. Лишь бы только не Шан-Чи, блин. Пускай вот либо вот этого, этого. Сижу, жду, блин. Электро. Так, он их хочет... Это все единички, да, ребята, идут? Что-то он с ними хочет сделать. Что-то он с ними хочет здесь сделать. Вот нафига он мне призрачного гонщика вальнул, а? Но мы уничтожим его, монстр. Мне кажется, он, у него тоже есть, ребята, чем нас удивить. Возможно, тоже у него будет Шан-Чи. Нет у него никакого Шан-Чи.
Понимаешь, тут, ребята, риск какой. Я Леди Сиф-то поставлю. А Хеллы-то у нас нету. И чё? Так, три, это четыре, этот один. То есть этого я уберу. Так, один, один. Куда он поставит, блин, сейчас? Рискнем, друзья. Ну я только одну. А, две? Ну и все, победили. Победили, друзья мои. По всем трем локациям. Ничего у него не получилось. Фокус-то не прокатил у паренька. Он еще снэпнул хорошо, когда он снэпнул. Так, ребят, ну что, а мне надо ту колоду брать. В принципе, я собирался той колоды сейчас играть. Так, так. Ежедневочки закончились. Угу. Причем абсолютно все, да? Я могу, конечно, восстановить два задания. Но я не буду этого делать. Колода номер 9. Вперед из песни. Вперед из песни, ребята. Мы узкие, никогда не обманываем друг друга. Ай, блин, поз. Без какого-то этого познавания. Так, 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 так. Что это? Один есть, это есть. А где Вуджен? А где Киллмонджер? М? Вуджен есть. Так, после три... добавляется глыба, блин. Давай я ему, наверное, подпорчу здесь все. Опа. Прозевакал ты. О, вообще великолепно. Ну, правда, у него есть этот. После четвертого хода здесь нельзя разыгрывать карты. Превращается. Так, на сторону проигравшего в глыба летит. Так, ломаем, да? А тут что? Вот что у него тут. Эх, друзья мои, друзья, что же вам сказать? Вот что я хочу сказать. Это меня не интересует, потому что, ребята, я превращу, скорее всего, это в другое, через легионы. Будем надеяться, что получится. Так, подожди-ка. Подожди-ка. Ты что задумал, парень? Что ты задумал? Ха, ладно. Неужели разрушителя хочет поставить? Сиф? Так, Киллмонджер. И вот так.
Ой, друзья мои, чё я натворил-то? У меня тут кто был? Блин, и не посмотреть. Кто у меня там был? Почему? Согласись, получилось все очень плохо. Потому что не выпал мне ни Doom, не выпала мне ни Белая Тигрица. Зато Один, нате, пожалуйста. Кстати, нам, знаешь, что для этой колоды нужно сделать, друзья мои? Блин, на следующем ходу, которая уравнивает Аэра, по-моему, ее звать, да? Вот если бы у нас была Аэра и плюс ко всему у нас бы было бы еще... И плюс ко всему у нас было бы еще, например, которая дает седьмой ход, то это было бы вообще шикарно. Люк Кейдж. Че там постоянно сила ваших карт не может быть снижена? Ну и прекрасно. Добавляет глыбу, да? Агент Колсон. Агент Колсон, агент Колсон. Он сейчас пойдет сюда, ребята. Будет здесь пытаться захватить. Че он там мудрит? Че он там мудрит, я не могу понять, друзья мои. А ну-ка давай так сделаем. Так. А, он взял мои карты, ребят, к себе взял мои карты. Так, чаровницу что ли поставить? Ну я походу здесь проиграл. 6-9. Или Дума. Дум мне тут не поможет, ребят. Профукал. Локи у него есть, ребят. Но это донатер, это читер. Если ты понимаешь, о чем я тебе говорю. Почему? Смотри, он мои карты все забрал и еще их удешевил. Заменяет вашу руку на карты из стартовой колоды противника, они стоят на 1 меньше. То есть он сейчас, смотри, видишь? Это... Угу. Ну что, вот этого зачарую. Ну и все. Нет, ребят, если бы... Нафиг ли тут уже говорить? Если бы, да кабы, на нас уросли грибы. Короче, не получилось, и все, ребят. Не получилось. Так, а я хотел, знаешь что, по поводу удешевления карт. Удешевление карт, давай посмотрим. Ее, по-моему, звать Аэра. Я могу, конечно, ошибиться. Вот эту мы уберем, потому что она действительно здесь не нужна. Так же, как и Легиона, кстати, можно убрать будет. Да уйди ты отсюда. Так, Аэра, где ты? Дерби, Холсон. Вот, да? Она же?
Перемещает на эту локацию последнюю карту противника, разыгранную. Нет, это не то. А у меня, наверное, и нет ее. Этой карты. Перемещает вражескую карту с базовой сумки. Умоляю тебя. Шторм это закрывает, да? А нету, ребята, у меня ее. У меня нету ни седьмого хода, который делает. Да. Меняет на этой локации всех карт в этой локации на 3. Может этого парня добавить, а? Легион, мне кажется, уже ну, не нужен он тут, ребят. Хотя с другой стороны, почему он не нужен? Морф 3-0. Минимум один. Минимум один. Может блокировку взять? Я сейчас, вот, честно говоря, не особо вдупляю, кого тут лучше взять. Так, удваивает ваши другие постоянные эффекты на этой локации. Другие постоянные эффекты. Понятно. Постоянным картам плюс 2 к силе. Кло. Ну, у него постоянка. Марвел. Тоже постоянка, ты заколебал. Постоянка. Давай проверим Неблу, блин. Так уж и быть. А, подожди, Небла. Она не пойдет здесь, ребята. Почему? Так, что он тут? Добавляет демон в вашу руку. Почему мне не пойдет Небла, ребята? А у нее одна энергия. Ее можно спокойно уничтожить с помощью моего же, ребята, киллмонжера. Просто ее в щепки разнесу и все. То есть мне это не нужно, это мне невыгодно. Вот этого можно взять. Подожди. Какой ты. Он же две энергии стоит. Пса опасно ставить. Давай Джубили. Тоже не хочу. Начинается вот у меня вот это вот. Это я хочу, это не хочу. Вот спрашивается, нафига тебе железный человек здесь нужен, если если это он на пятом ходу ходит. Ну если вдруг тебе не выпадет, например, белая тигрица, да? Или, например, не выпадет этот, тогда ты сможешь увеличить силу тех карт, которые уже у тебя есть. И там, если есть место. Тогда да. Я просто воодушевлен своей рукой. 4, 6, 5, 6. Опять глыба. Что-то тут постоянно одно и то же, ребята. Хребет вечности постоянно выпадает. Лопух.
И чё? Броня. Да никого я не могу поставить, твою налево, блин. Никого не дают, блин. 4, 4, 4, 6, 5, блин, 6, блин. Зашибись, блин. Пускай он там ставит, кого хочет, ребята. У него больше нету, верно? У него больше нету Космо, по крайней мере. Так что могу спокойно развлекаться здесь. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. Чаровницу поставить? Да, как раз постоянный эффект ему уничтожим. Blue Marvel. Кстати, обоим мы сейчас уничтожим. Ёпарас, это что ты делаешь, Рэй? Вот это, друзья мои, я лопухнулся. Вот это я лопухнулся. Твою же налево, кто там у тебя? Аэра. Это же надо было так тупануть, поставить чаровницу и забыть, что у тебя там стоит Вуджен. Ребят, я таким макаром сейчас скачусь. Мне нужно вернуть обратно 30-ку, поэтому я перехожу на свою старую колоду. Но я тебе, в принципе, и говорил, что в тот раз я тоже играл, и меня разнесли. Но здесь дело не в том, что, ребята, это плохая колода. Здесь дело в том, что рандом. И зря я там нахимичил, конечно, кое-что. Не надо было, наверное, мне этого делать. Изобретать велосипед, так скажем. Вот опять же, ребята, Леди Сив. Сейчас будет... Где Блейд? Так, он опять единички. Ну, давай. Поехали. Ну, кого ты рубанешь мне сейчас? Хэллу или призрачного гонщика? Халка. Ну давай так сделаю. Кого-то довернет он сюда. Возвращает он сюда Халка. И последний ход, друзья мои. Давай Хэллу поставим. Ах ты. Ах ты. Жук навозный. Что, можно прокачать? Animated. Давай сюда хранилище свое, открывай. 150 кредитов. 150 кредитов. И... И...
И я спрашиваю, блин. Два всего лишь. Не хочу два. Четыре уже лучше. Тюнь-тюнь. Так, нам там немножечко, да, не хватает до 10 бустеров. Выишь, там задание. Выиграйте с колодой Локи. Но если у меня нету Локи, как я тебе сделаю это ежедневное задание? Ну как? Никак не сделаю. Ладно, друзья мои, давайте, наверное, еще поединочек. 30-й ранг получим, и все, ребят, я пойду по магазинам. Ну, я имею в виду, в реале по магазинам. Супер скрул. Что он хоть делает вообще? Обладает постоянными эффектами всех карт противника. Какие там эффекты, блин, у него? Я не знаю, ребят. Какие у него постоянные эффекты? Вот этот постоянный эффект? Нет, это при раскрытии. Это... тоже непонятно, о чем. Кого я поставлю-то? Так, еще две карты он сюда втихивает. Карнейдж. Да я не знаю, ребят. У меня эта катка просто проигранная, блин. Вообще ничего не дали, блин. Нафиг мне этот скрул, блин. Долбанутый. Скрул. Что это? Карта как-то у него вообще не в тему. Да все тут бесполезно, ребят, по-моему. Что я тут сделаю? Поставлю только этого, и все. И то сейчас займет, наверное. А, он же видит же, что. Все, я остался при своей карте вшивой этой. Короче, я сдаюсь. Я сдаюсь. Это бесполезняк. Это карта дерьмо, рука дерьмо, ребят. Просто рука дерьмо выпала. Не уничтожить ничего нельзя было сделать. Вообще. Блейда не было. Свордмастер, блин, хрен знает где вообще, блин. Сейчас на снайпе, ребят, попробуем отбиться, и все, хорош. Уже надо бежать. Время-то 8 час. Сейчас магазины закроются. И подустал я, наверное. 6 часов не вылазя, ребята. Из компьютера, блин. Джипперс. Ой, нафиг ты. Зачем ты нажал в... Уже все, башка не соображает, что творится, ребят. Давай, подключайся. Ну и что тут у нас? Опять фигня всякая, да? 3, 5, 8. Ну ладно, хоть сиф есть. Но опять же, с третьего хода. Колосса поставил, такой думает, деловой такой. После каждого хода перемещает одну карту в какую-то паутину, блин. В какую паутину? Он получил глыбу. А, в паутину. Все, я понял теперь. Что за паутина, блин? Ну давай, я полет снэп. А
16, да? А, 8. Двадцать два. Ну что, поехали. Смотрим, друзья мои. Я снэпнулся, Все нормально. Нифига круто, ребята. 8 очков. 30 ранг получаем. Забираем мы обратно же. А, мы даже не то, что 30-й. Нет, 30-й, да? Просто не успела там перемотаться. Все, друзья мои, я вернул свой ранг. Правда, у меня был 31-й, но ничего страшного. Ну, ты видел, как мы сегодня подхватывали. Довольно неплохо. Ну и были выигрышные моменты. Мало-мало, но были. Все, друзья мои, на этом закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.